смеется. Шамил Хейшу. Дулсих. Дулу. Давай, выходи. Шевелись. Эй, меча нужу. Салат вещи. Живее давай. Тамир не любит ждать. Да тихо ты. Агулло. Дойду я. И? Говорю я. Амар Александрович, на что убивать будут? Хотели бы убить, убили бы давно. Убьем, не волнуйся. Нам мне, наверное, повезло сейчас. Заткнись. Юрьё, Геза. Речь, уважай, уважай. Да вот ведь. Привет, не, да вот. Перши уя, видишь? Ха, Шамиль. Капитан, сапёры, цапут пух. Да всё в порядке, всё в порядке. Шо вон хунго, Шамиль, водитель. Дуканью и чахлал. Уэлла. Гастрищ бимбарт пух. Иц ног цап. Доула, ты урдаш хуэ. Таан ама двина гастрищ. Ши сауна хуан хаиц. Ха-ха, Шамиль! Але, хажла, хажла, хажла. Ди, вол. Волди. Шамиль, ахудо! Мади! Ахсундаш мадали! Шамиль! Армави! Ас хейнц хиц! Себисен! Гергернах! Мух, бис! Это офицер Туарон, сердце хиц! Тавигис! Муслим! Кемел собор да дизвай! Хун лячу! Сиху и нопло! Почему? Ты унца хай ты!
شادیک نیستیری. این ویشته گونو باره که چون لشادی خوش. هاشمی، خالقی لبسر کپیتان. سونتون تان خیلی لیا. Готов встречу. Игла. Переносной зенитно-ракетный комплекс. Работает с целями на высоте до 4 километров. Это же новейшая модификация. Войска только поступают. Вот-вот. Каждая штука чуть ли не на учете вон стоит. А тут он со склада в Ингушетии 5 комплексов вынесли. Насчет Базгаева это точно? Точно. Есть неопровержимый факт его участия в нападении. Теперь у него еще и пазерка. Но он же не знает коды активации. А если знает? Или ему удастся взломать защиту? Старик команду собрал. Особый статус. Работаем по всему Кавказу. Полномочия выше крыши. Подчинение непосредственно центру. Вот хотел тебя привлечь. А то твой старинный знакомый достал насовсем. Мозгов? Угу. Да нет, вот там как-нибудь без меня. Я же уходить с конторы собрался. Как это уходить? Егор, ты опер от Бога. Да кончился опер, Рамиль. Сдох. Когда Базгаев к башке моей пистолет приставил, вот тогда и сдох. Там в плену мальчишка со мной сидел, Женька. Позвали. Все меня по имени-отчеству называл, глаза заглянул. Сам понимаешь, месяц плена, как 10 лет жизни родной стал. И вот вывели нас. Хромой начал решать, кого из нас шлепнуть. И вот тут Равиль я сдрейфил. Не поверишь, Богу начал молиться, чтобы меня спас. Но он и спас. Мозгов тогда Женьку застрелил. Я же ведь не знаю, как после этого, а ты говоришь, на службу возвращайся. Матери его в глаза посмотреть не могу до сих пор. Ну ты просто подумай. Может, ты нам очень нужен. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Николаевна. А я думаю, кто эти цветы Женину могилку принес? Ну, пойдемте, я вас накормлю пельменями. Спасибо, Наталья Николаевна, я буквально на 2 минуты. Вот, возьмите. Что это? За Женю. Ну, я получаю каждый месяц по 150. Это дополнительно. Теперь полагается. Мне расписаться нужно? Нет, не надо, я расписался. Может, поужинаете со мной? Простите, Наталья Николаевна, мне бежать надо. Понимаю. До свидания. До свидания. Егор! А того, который Женю убил? Вы его поймали? Нет, не поймали. Мы его уничтожили. Thank you.
Прибытием! Тимур! Хорошо, поехали! По данным центра, на прошлой неделе буквально за 1-2 дня резко увеличились финансовые поставки боевикам из-за рубежа. И к тому же прокатилась целая волна грабежей по всему Кавказу сразу. Есть сведения, что за этим всем стоит Базгаев. Это значит, что ему понадобились деньги. Много и срочно. Зачем? Поднимайте старые связи, осведомителей, все наработки, родственники, знакомые, женщины боевиков, все что угодно. Перехвачено 3 разговора. Возможно, звонил Базгаев. Вряд ли. Хромой старается телефоном не пользоваться. Если звонит, то 1, максимум 2 раза. Потом меняет телефон. Но все равно пробейтесь. Не трогай там ничего. Что ты делаешь? Фотографию вешаю. Кого? Абусалам. Зачем? В смысле? Он же был правой рукой Хаттаба и, по слухам, связан с Базгаевым. А у нас что, сотрудник не в курсе, что этого мерзавца еще год назад расстреляли? Причем свои же. Равиль. Мамеда помнишь? Ну, которого взяли за то, что он байкам деньги доставал. Отпустили, все гуляет. Давай я с ним аккуратно побеседую. Есть конкретная информация, что Ахмед Сатиров – один из связных Базгаева. Откуда информация? От Магумова. Проверенный источник. Слушай внимательно, студент. Прежде чем что-то сказать, предложить или, не дай бог, что-то поменять, считай до 100 в этот момент, тщательно проверяй информацию, иначе ты отнимаешь много времени и сил. Ты меня понял? Так точно. Твое дело слушать и выполнять указания. Ясно? Так точно. Первый раз на Кавказе? Второй. Понятно. Я тебе объясню, Тимур. Есть такое понятие «кровная месть». Так вот, этот Магумов – кровник Сатирова. Он уже вот здесь. Понимаешь, он всех достал. Он кадыровцев предупредил, ментов предупредил. Тебе теперь слил информацию. Понимаешь? Понимаю. Отлично. Ты вот что, проверь-ка лучше Алехова. Он сейчас в тени, но в первую компанию несколько раз пересекался с Базгаевым. Говорят, был у него на хорошем счету. Есть. Запомни, здесь тебе не школа, студент. Оценок ставить не будут. И, кстати… Ну как? Тимур, что ты делаешь? Проверяю информацию. Вот это что? Оригами. Что? Оригами. Японский журавлик, успокаивает. Черт, кого набрали в контору. Полота. Алейкум ассалам. Туч мабит бехом. Бах да бит. Аш сур худис маха цахасу. Кихет тардацис. Хай гергер чнаха хой лия. Сейха аш шадрик дай аллахшу. Шамиль. Кто это? Гусейнов это. Федералы останавливали своего дома. Ты просил выяснить. Выяснили? Говорит, что дорогу показывал. Вроде бы с федералами не сотрудничает. Говорит, вроде бы. Знаешь, Мурат, силу надо поддерживать верой, а веру силой. А лучше еще наказанием. Тогда у нас будет больше преданных людей.
Давик. Сана Карина Ракевич. Он сказал, что у него есть хорошие ракеты в Грузии. Еще с той, старой версии, советские. Без программы свой чужой. Любой кием, чудой трудовоц, Ракевич. Иди к дому. Мурат, Ракевич ведь ахшкеш тад есу. Шамиль. Вайга, дамада отсоцу вас. Ахчу арбу на ошигарду цаншиндиан агач диеш. Агой царц бортби. Нужно еще подстраховаться. Ильхам! Ильхам! Тайн знал, что я чем бия, ах что он хакаш ты что, шиндиан. Мег что? Шамиль, нам нужен надежный человек, который доставит эти ракеты из Грузии. У меня есть такой человек. Чудишен хундац, делол да дишел чахк. Садагором, айса. Хошамель. Местное управление установило, с кем встречался Базгаев. Так сказать, его круг общения. Тут, скорее всего, это рядовые пособники, но среди них может быть и человек, ответственный за передачу денег Базгаеву. Вот. Вот этот особенно интересен. Султан Ибрагимов несколько раз попадал в сферу нашего внимания, но всячески каждый раз удавалось отвертеться. Короче, берем под наблюдение всех. Подключаем местную наружку, слушаем телефоны и особое внимание Ибрагиму. Ибрагимов возвращается. Ну, наконец-то. Тебя гость ждет, а ты ездишь где-то. Нехорошо. С чего ты решил, что он связанный? Может, машину привез ремонтировать? Ну вот сейчас его видим, вот он идет. Похоже, привез что-то. Тяжелый сверточек. Что это? Деньги. Ну, если деньги, то немалые. Угу. Эх, проследить бы. Сейчас свяжусь с нашими, пусть номера пробьют. Может, привезти прямо к Базгаеву. Маяк надо ставить. Нельзя, слишком опасно. По инструкции запрещено. Да к черту инструкции! Уйду, Травиль. Тимура предупреди. Сейчас, это буквально минута. Машин, Элтиан Хейс, да я там машин. Ты что, права купил, что ли? Давай быстрее, я тороплюсь. Что у тебя там случилось? Блин, а? Ну, что ж ты будешь делать? Что случилось у тебя? Да я не знаю, она переходит с первого на вторую, все время плохо. Я целый день с ней борюсь. Вот здесь подкрути. Давайте попробуем. Давай. Есть, есть. Да, давай, давай, давай.
соваться нельзя, следим за маяком. Возвращается. Ну да, деньги скинул я обратно. Надо брать. Да, да, все получилось, спасибо. Сажайте вот туда. Да, есть. Парни, дайте нам пообщаться с дорогим гостем, пожалуйста. Наручники снимите. Все дальше, мы сами. Если что, мы рядом. Тебе привет из Москвы, Умар. От брата твоего. Ты почитай, почитай. Там, оказывается, много интересного. Как я понимаю, это часть денег, которые ему приносили для, думаю, что Базгаева. Он любезно переводил их в Москву, в одной небольшой строительной компании. Какие еще деньги? При чем тут Базгаев? Че ты врешь? Какой фирмы? Той самой, которой владеет твой брат. По нашим данным, украл-то у своих покровителей порядка 150 тысяч, и все зелье. Ну ты поправь, если мы ошибаемся. Как я понял, объяснять тебе, что ждет тебя, твоих близких, родных, особенно брата, когда узнают твои друзья, что ты вор, не стоит? Слушай меня внимательно. Мы не налоговая инспекция, нам эти вот бумажки ни к чему. Хочешь, мы тебе их подарим. Мы всего лишь навсего хотим узнать про деньги, которые ты сегодня передал. Хорошо. Кому ты их отдал? Фамилии я не знаю. Зовут его Ильхам. Мне назвали место, я отвез туда. Ну и все. И все, ты хочешь сказать, передал деньги какому-то незнакомому человеку? Нет, почему незнакомому? Я ему уже передавал. Но кто он, я не знаю. Вроде он живет в этом селе. А может, у него кто из родственников там? Как дом найти, где ты деньги передал? Четвертый, по левую сторону. Там еще ворота такие старые, голубые. Дохлый номер. Алкоголичка. Алкоголичка в этих краях. Если бы не брат, ее давно бы местные камнями закидали. Раиса, Раиса, Раиса. Я же тебе говорил, сколько провозились, всю коту под хвост. Ладно, давай по руслу выйдем в конце поселка. В открытую надо выходить. Да ты что, здесь же у каждого по три калаша. Да ну и что?
Будем брать на живца. В наглую выйдем, местный увидит. Доложит. Гони его, что федералы к его сестре приходили. Он и придет сюда разбираться. Не-не. Нет, Егор. Где же Серегу Попова год назад шлепнули? Ну что делать, у нас выхода другого нет. Человек из окружения Базгаева. Ну ты, если хочешь, иди через русло, а я в открытый выйду. Да пошел ты! Замажем, что не стрельнут. Не считается. Голову даю, Ганеев сегодня же здесь появится. Как мы его брать будем? Тяжелых же нет. Да сами справимся, он же толпу с собой не потащит. Я на точке, повторяю, я на точке. Продолжаю наблюдение. Тем более никто не знает, сколько их там будет. Вопрос есть. Все ясно. Внимание, началось движение. Внимание, началось движение. Приготовились, мужики. Ну все, с Богом. Ждите сигнала. Занять позиции. Ты охренел, студент? Что? Ты бы еще во двор заехал. Чего звал? Короче, всю ночь никого. А под утро смотрю боевики. Сколько их? Может, двое, может, четверо, я не понял. Проспал, что ли? Твою дивизию. Дай сюда. Надо нашим сказать, чтобы выдвигались. А что с Ганиевой? Мы не опасны. Да тихо ты, студент. Слушайте, да прекратите вы, а? Я старший лейтенант, у меня двое детей. Слышь, ты! Многодетный студент. Твое дело было наблюдать, а не спать. Старший лейтенант. А ты куда, многодетный? А что? Ты здесь остаешься. Почему? Прикрывать нас. На. Это приказ. Да. Генералыч, бог все! Справа прикрой! Граната! Чисто. А Раиса? Да лежит, дрова пьяная.
Что у вас? Чисто. Сарай проверили? Да. Твою дивизию. Ну, сколько их было? Ну, студент. Значит, Ганиев не пришел. Почему? На крыше! Не стрелять! Не стрелять! Стоять! В обход! Как ты? Нормально. Помоги ему. Есть. Дай! Здесь колоть надо. Кали, как колоть собираешься? Бензином обольют сейчас и подожгу. Ноги убрал? Валяй. Ноги убрал? Дай зажигалку. А? Зажигалку дай. Зажигалку дай! Ну-ка, иди сюда, гнида. Я тебя здесь и кончу. Стоять. Равиль Муратович, зажигаловка. Егор, ты что задумал? Остановись. Егор! Остановись! Я тебе приказываю! Остановись, Егор! Где Базгаев? А? Базгаев, где? Стой, не надо! Базгаев, где? Ты что, борзой? Врешь! Там отец его сейчас! Отец! Ну, теперь можно забирать. Идите в управление. Я вертушки из Ингушетии вызвал с тяжелым. Мне здесь все трясу. А ты как хотел? С волками жить по-волчьи и делать все. Перевяжи ногу ему. Про захват оружия на военной базе в Ингушетии слышал? Да. Сам участвовал? Да. Кто навел? Не знаю. Навел кто? Мент один! Майор из службы собственной безопасности! У Шамиля везде свои связи. И в милиции, и в армии. Воняет от тебя. Что, сильно хромой расстроился, когда ракеты не полетели? Ничего. Скоро он себе другие купит. А ну-ка, где? Зачем у ракеты? Где? Сами спросите! Нет! Приказываю командиру оперативно-боевой группы незамедлительно выдвинуться в район села Кинчу-Борзой, квадрат 24 по улитке 7, и нанести бомбо-штурмовой удар. По оперативным данным, в настоящее время в установленном адресе находится главный объект розыска Шамиль Базгаев. Дрон, ЗВТ, нас обстреливают!
Похоже на листы, как у портнихи. Выкройки, что ли? Ну да. Курс крохи шить. Ладно, потом выясним. Надо все-таки кордоны поставить везде, на всякий случай. Двухгомонист, если он здесь был, он здесь и лежит. От трупов остались одни фрагменты. Толком и не установить, сколько всего человек было. Ну, что-то можно сказать уже прямо сейчас. У нас есть генетический материал брата Базгаева. Так вот, среди убитых его близкий родственник. Это 100%. Вот определить точно кто, Шамиль или его отец, или они там оба, пока невозможно. Но более точная экспертиза будет через пару недель. Слушайте, а вдруг там все-таки не было Хромова? К отцу мог прийти кто угодно. Вот тут я тебя могу успокоить. Он там был. Только что допросили местных жителей. Двое точно подтвердили, что видели Базгаева вместе с охраной, когда он шел к Кинчи Барзе. Айса, поедь секунду, а 23-го. Было что граница? Дасли уж его? В машине. Хажим хожиш. Это слева. А вон хердон. Ладога, Шамиль. А еще я 1 сентября, сайде, Алила. Иди Масара запомни, Дейдон. Масара. Повторяем экстренную новость. Около 9 утра по московскому времени группа вооруженных людей на двух автомобилях ворвалась на территорию средней школы номер 1 города Беслана. Террористы окружили собравшихся во дворе школы людей и загнали их в здание. Имеются сведения, что от пуль террористов уже погибли 3 человек. Все погибшие – гражданские лица. С хронологией событий Александр... Так, я не понял. А работать кто будет? Не, блядь. Будь они прокляты. Да, меркатится. Детей взял. Бог их накажет. Один из нападавших был уничтожен. Однако террористам удалось тяжело ранить милиционеров, а всех детей вместе с родителями загнать в школу. По разным данным, в заложниках оказалось от 250 до 400 человек. Все понял? Да, записал. Есть. Тимур, что ты делаешь? Старший лейтенант Сабитов, встать! Смирно! Егор! Товарищ старший лейтенант. Почти 350 человек погибли. Большая часть из них дети. Эта тварь гуляет на свободе, мы по-прежнему сделать ничего не можем. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Обращайся. Накануне 1 сентября снова заработал спутниковый телефон. Тот самый, с которого звонили из дома отца Базгаева. Кто звонил? Определить невозможно. Спецы полагают, что с территории Ингушетии. Кому? Тоже пока не определили. Кто звонил, неизвестно. Кому звонили, неизвестно. Отличная информация, Тимур. Нам удалось установить, что звонили в Дагестан. Махачкала, Менделеевская улица. Это частные дома. Тамошние ребята засняли всех жильцов. Придется проверить каждого. Фотографии есть? Есть. Давай. Что ты молчал, Тимур? Вы сами приказывали докладывать только проверенную информацию. Это человек Базгаев, я его знаю. Сейчас принесу. А, Мадина, дай им хардиол. Так это. Тихо. Давай, помогай. Один должен работать. Жаркий день сегодня. Да, жутко жаркий. Очень.
Şamil, ha? Matiyey, asurda şunları. Şamil, hör. Hörmeli. Hasfeyn. Gel gönlüm. Muh, bir. Et afi çöktü aroman çerçeğiz. Davidiz. Соберди. Вот здесь место уже есть, да, освободили. Вон там надо опять освободить место, там тоже. Махеш, ты где? Что мы здесь? Пойдем в кабинет. Давай теперь эти ящики сложи. Вон там. Что тебе надо? О друзьях твоих хочу поговорить. Давай лучше сразу в тюрьму. Мне все равно недолго осталось. Я давно отошел от дел. У меня другая жизнь. Но друзей своих я не предам. А кто они твои друзья? Я сейчас не про имена, фамилия. Ну кто они, как люди? Они мои братья по вере. А ну-ка, обмен наш вспомни. Когда я меняю этого мальчишку молодого, на твоих родственников собирались обменять. Хромой ведь тогда твою семью под удар поставил. Знаешь почему? Плевать ему хотелось на тебя и на твоих близких, потому что ради своих целей он любого из вас подставит. Не только вас, но и детей ваших. В Беслане половина детей, которые погибли, мусульмане были. А если бы твои девочки в этой школе учились? Не надо мне рассказывать сейчас о братьях своих, поверь. С кем ты, Иса? Неужели с ним? Люди устали от войны, Иса. Наши дети должны жить в мире. Твои дочери должны жить в мире. Салам алейкум. Ва алейкум салам, Ислам. Машур. Гелер салам аршам хил. Салам алейкум, Аслан. Ва алейкум ассалам. Ахулилу Шамиль. Хахайрам цавел. Иуду айчколь адинарк. Нахан халха. Мерш пачалх яш мацахул. Терористши бандит шихи вашхук. Кафир ши дует стук ханюк. Кахинц ах, мадар гайти кис. Хайн догур дугук. Берш той серц. Самагатти аз дереге дадир зордон. Цатю ах чушак дейр дуи. Ладуага Шамиль. Халвог гылснет иш визин маму. حاجة ميخوز بقرداتي هاي قزل ساق إزال ليس إيران دون ميلخاتو عم قزل بيوغ بو أصلاً كوارتنك طولاً باقر دون
А у моего офицера хил. Он сунчал долгий махаиз. Сосал ты ух. Амбирш ассадей на он. Дуалам дуа. Асу адирду. Саху ада кичу. Аса алмай ала уяс дереге чахдо курдуя. Аслан. Уэйшин юг авасхал уяш датсон. Уэйшин уэрбяхман цаняк мабу. Ходух гейн верла шамир. Я его алметтик цабитина. Саюху алметтик бисна бацон. Ладуах шамир. Хун хаи. Хай мусит им луа. Хо бисланир завирзим чултия. Кадира вовче дия вели. Аса. Хуйц. Это улк доор дат. А кадир волч дава хер чмат. Шамир. Сацва без архатства. Шамиль, все готово. Ракеты купили. Осталось только переправить их из Грузии. Отлично. Шамиль, ты можешь наконец сказать, зачем тебе эти ракеты? Ты бывал в Ленинграде? Ну или как он у них сейчас зовется? Бывал в детстве со школой. В этом музее большом. Эрмитаж. У тебя будет еще одна возможность побывать там. Скоро в этом Ленинграде пройдет важная встреча. Саммит, президенты, хозяева мира. Все готово. Наши люди лишь ждут эти ракеты. Ты хочешь их всех убить? Я похож на безумца. Если мы их всех убьем, с кем нам потом договариваться? Кто нам будет помогать? Нет. Нам нужен лишь один человек. Русский президент. Да, Шамиль. Саммит — это хорошее место. Там легко будет вычислить его самолет. Правильно, Мурат. Это будет красиво. Россия только начинает вставать с колен, а мы отрубим ей голову. Егор Александрович, вот только что из центра пришла информация про какого-то Хлою, говорят, и запрашивали. Майор этот. Все вроде в порядке. Проходил срочную службу. Воинская часть 57-104. 57-104. Что-то знакомое. Твои в дивизию. Вот здесь увеличено. Ну, уже увеличено. Ничего путного. По базе прогнал. В одной базе никого нет. Позволь потревожить. А? Извините, ребята. Мне сначала показалось, что все в порядке. Даже медаль за безупречную службу имеет. Ты глянь, где он служил. С кем? Mm. Номер части. Ну, а что-то кроме армии у тебя есть? Да, Базгаев и Хлоев служили в одной части, но не факт, что пересекались. Базгаев и в Москве полгода учился. Если проверять всех, кто с ним теоретически мог встретиться, знаешь, сколько народу наберется? Равиль, да я тебе голову даю на отсечение, что это он именно Базгаева через сцепление провез. Ты это видел? Нет, Равиль, не видел. Ты вспомни, Ганиев говорил, что им какой-то большой мент помог с военным складом. Хорошо, это, конечно, зацепка. Поехали. Ты с ума сошел? Такую операцию надо готовить. Тем более он мент. Нужно все досконально выяснить, пробить. Да пробили уже. Все, Раф. Там, кроме Хлоева и его жены, двух дедов и одной бабки, больше никого нет. Вымирающая деревня. Поехали, начнем копать, он почует.
и спрыгнет. Я не могу. Я сегодня вместо старика в управлении. Ну, а ты езжай. Только Тимура с собой возьми. Студент! Пойду в гости схожу. А мне что делать? В машине посиди. А вы куда? Постановления же нет. Приказ какой был? Наблюдать. Ну вот сиди и наблюдай. Прикроешь, если что. Да. Я слушаю. Я перезвоню, вас не слышно. Слушаю. Алло. Приезжай ко мне на работу. Буду ждать. Сегодня. А завтра нельзя? Нет. Приезжай. Сейчас. Боюсь, передумаю. Ну что? Садись в машину. Короче, как хозяин придет, сразу мне позвонишь. Не отъехать надо, я тебя сейчас после моста высажу. Вообще, о любых шорохах мне докладывай, сам ничего не предпринимай.
Меня жди. Гляди в оба глаза. Шамиль? Не знаю. Он связывается со мной, когда ему это надо. Спрашивает, как идут дела. Когда будет готов товар в Грузии, ты должен его переправить через таможню в Россию. Что за товар? Он не говорит. Когда это будет? Не знаю. А что, у него есть свои люди в таможне? Я должен сам найти такого человека. Не надо. Мы найдем тебе его. Эй, Иса! Иса! Врачи хорошие. Хорошо. А то у меня дочери. Ты сам видел, какие. Одного не могу понять, за что мне такое счастье. Не знаю. Может, за то, что для людей сделаешь? Тимур! Ты не имел права оставлять Тимура одного. Ни по-человечески, ни по уставу, но не имел права. Двадцать 25 лет, двое детей. Я ездил на встречу с Исой. Да что тебе это, ты сам? Бывший бандит и пособник бандитов. Да, но это наша последняя надежда. А он подтвердил тебе, что из Грузии повезут именно Пазырька? Базгаев ему не обо всем рассказывает. Или Иса тебе? Если предположить, что Базгаев купил Пазырька в Грузии, дело хуже некуда. Помните кальки, которые нашли у дома отца Базгаева? Эти выкройки, что ли? Ну да, да. Только это не выкройки. Это копии маршрутов самолетов Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно представить себе, что хромой может натворить, если получит ПЗРК. Похлеще Беслана будет.
Слушайте, но другого способа подобраться к Базгаеву у нас все равно нет. Насчет ИСИ, товарищ генерал, люди меняются. Вон после Беслана сколько людей поменялось. ИСА повезет груз Базгаеву на российской границе. Его пропустит за взятку таможенник. Этим таможенником буду я. Но этот ИСА хоть понимает, чем ему это грозит? Александр Николаевич, он хочет закончить эту войну. Алло, Цирю! Алло, Цирю! Алло, Цирю! Ата! Хинц! Хинц! Смотри, подожди меня. Алло. Это Шамиль. Это. Проверь, где? Да здесь где-то. Проверь, не видно? Там, в каморке. Товарищ генерал, приятного аппетита. Спасибо. Короче, Базгаев звонил из СИ. Через 3 дня из Грузии нужно переправить очень важную посылку. Содержимое пока неизвестно. Вот и сам выбрал машину, это будет КАМАЗ, прислал фотографии. Он должен перегнать его из Грузии в Ингушетию, в село Тарское, а там его должны встретить люди Базгаева. А если грузины машину будут пасти, маячок туда поставят? Или вообще вся эта операция, игра Базгаева, чтобы нас накрыть? А твой ИСА работает на них? ИСА я верю. Я предлагаю заминировать КАМАЗ и взорвать его вместе с Базгаевым. Ну, это в случае, если Базгаев сам лично приедет встречать машину. Да слушайте, он так ждет эти ПЗРК. Он даже сам участвовал в нападении на воинскую часть. Я больше чем уверен, что и здесь он будет встречать лично. Надеюсь. Очень на это надеюсь. А КАМАЗ как ты думаешь минировать? На ходу? Нет. Базгаев думает, что КАМАЗ пойдет определенным маршрутом, а ИСА знает более короткий путь. Он так нам сэкономит 2-3 часа. Перекуси пока. Да. Волнуешься? Жара жуткая. Ну что ты хотел, 40 градусов в тени? А у меня полбутылки воды. И в кабине кондиционера нет. Давай минералки принесу. Не надо, не суетись, не привлекай внимания. Пропускайте. Телефон.
Да. Айса, ты кладуалась. Ну, камел, да ищется. А волч машин, что-то стой порван, что мел богар хочет лишь два. Ну что там? Я бы вот тоже хотел знать, что там. Ну что? Значит, Лоиса с ними заодно сдал нас все-таки? Зачем же он тогда поехал-то вообще? Маяк дал поставить. Скорее, Базгаев и себе не доверяет до конца. Черт. Еще и машина сопровождения. Наружка работать не сможет, сразу засекут. А что нам наружка у нас беспилотник? Беспилотник скоро станет бесполезным. Вот-вот должны начаться сильные порывы ветра, и он не сможет работать. Что будем делать? Думаю, надо отменять операцию. Да, по ЗРК подарим Базгаеву. Вызовем военные вертолеты. Ты позвонишь ИСЕ, чтобы тот вышел из машины, и разнесем КАМАЗ. Равиль прав. Другого выхода нет. Сопровождение, не будешь же всю дорогу их вести? Думаю, нет. Не рискнут. Не рискнут. Понимаешь, что могут КАМАЗ засветить. Там ведь дальше несколько постов ГАИ. Наверное, до них. А на каком отрезке дороги они могут остановиться? Да где угодно. Что там? В общем, ничего, все пусто. Только заправка. Счастливого пути. Заправь до полного. Дай мне воды, а? Пару бутылок дай. Давай лучше три. Иса, заплати! Воды не пей. Сколько? 750. Сдачи не надо. Спасибо, брат. Будешь? Не надо. А то я весь потом зайду. Да, отхаешь урдутху. Так что?
Все, что ли? Все. Похоже, операция переходит в финальную стадию. Что у него? Внимание всем. Машина заряжена. Повторяю, машина заряжена. Ну что, все нормально? Ждем заключения взрывотехников. Не можем пока. Ну что? Внешний заряд обезврежен. Можете работать. Такая дура в Каспийске 30 человек положила. А пузырь как? Все проверили. Времени нет, Равиль. Надо ставить нашу начинку. Закрываем. Да, все готово закрывать. Погоди. Тимура, привет. Боишься? Ну ничего, передашь КамАЗ Базгаева и сразу обратно, к дочерям. Я договорился. Если что, они позаботятся о моих дочерях. Единственное, прошу тебя, проследи за этим, хорошо? Конечно. Но я тебе обещаю, ты вернешься обратно. Ты, главное, помнишь, что мы всегда с тобой. Помимо камер, в кабине мы установили еще и микрофоны. Мы тебя слышим и видим. Если что-то нужно будет, ты говори, мы тебя поймем.
отдаешь КАМАЗ и сразу уходи. Помни, что на машине везде камеры. Мы не взрываем, пока ты не уходишь на безопасное расстояние. Дашь нам знак «вот так» и уходи подальше. Рванет сильно. У тебя будет минута. Понял? Иса, мы не взорвем, пока ты не дашь знак. До встречи. Силен же ты спать. Часа три сопел. Устал я. Старею, видимо. Это мы где сейчас? К Майскому подъезжаем. Иса. Ты что, Иса? Двигатель включить. Что-то делать. А что делать, а, Иса? Твою дивизию. Заглух. Что, а? Иса, что делать-то? Че ты молчишь-то? Не знаю! Не яблоки же пить! Эй, дай проехать! Не собираемся. Сейчас две минуты, подождите, мотор закипел! Подождите, у нас что-то... Скажи, проезжай, да. Что случилось, что это? Не знаю, сейчас посмотрим, движок что, что-то с движком. Я что, непонятно говорю, что ли? Сейчас две минуты и поедем. Чего вы непонятно? Убери машину. Сейчас две минуты. Давай, Сашон, зацепим, берем машину. Да не надо, какой брос, убери, я говорю, давай, не надо. Зацепим, послушай, я тебе говорю, сейчас две минуты. Сейчас закипела она, сейчас уедем, говорю. Слышь меня? Давай, зацепим, берем машину, времени нет, ты ехать. Ты понимаешь меня, что ли? Я же тебе по-русски говорю. Движок забрал. Давай, что-то поможем, поедем, ехать надо. Сейчас минутки две, мы сейчас сами разберемся. Хорошо, мужчина. Сейчас, да сейчас, не надо, сейчас, давай, 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 товарищ генерал, что делать? Черт, я знаю, что звоните. Да. Свяжись с Базгаевым. О, бараны, а! Ну что? Все. Заглох. Звони Шамилю. Так, а это что такое? Куда делось изображение из беспилотника? Долзих! Куда оляли? Вал, вал, вал! Машинчок, собрали. С
Тих. Давай! Давай, давай, Пропал сигнал маяка. А камера на КамАЗе? Камера работает, но по ним ничего не определишь. Горная дорога, она везде одинаковая. Вот она, ваша хваленая техника. Ну чего тянетесь? Подключайте наружку. Постой, Нарвел. Я могу ехать домой. Шамиль Вугогалович. За руль, ха. Едем. Собрди, Сашин. Кес ты хочешь? Наружка сообщила, КамАЗ выехал на Нектарском. Как мы ожидали. А куда? Неизвестно. Дальше следить нельзя. Могут обнаружить. Слушайте, да какая разница? Куда они едут? У нас камеры на КамАЗе. Как только хромой появляется, мы его сразу взрываем. А если Базгаев назначит встречу где-нибудь в городе у Калашкова? Тоже взрывать? Сигнал маяка появился. Все-таки Бог есть. Показывает, что они остановились на окраине села Икажево. Пошло движение. Главное, чтобы хромой появился. Ассаламу алейкум, Иса. Ва алейкум ассалам. Макан велиха. Дикбал бя. Баркалум. Шамиль. Мурат. Баркалум. Тиш мина осла. Баркал, Шамиль. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Хаел, не арсих. Долили. Кто хлеб хаел? Он.
شامل سوچ قدر الله این صدا عیشه و عیسی بارک الله عیسی صبر دی عادی هستم باشر حقا و دی انسترومینچ عیسی عودا باشر сигнал. Жми. Ждем. Жми! Я обещал и все. Аллах. 10 секунд. Жми. Похоже, его сдадим на экспертизу. Базгаева. Точно его. Подождите, мужики. Спасибо, мужики. Хорошая работа. Ладно, поехали в управление. Дело еще не в проворот.
Я слушаю. Смирнов Георгий Александрович? Да. Ну, наконец-то. Я уже разговаривала с вашей супругой, а теперь вынуждена обратиться к вам, как к отцу. А вы, собственно говоря, кто? Это классный руководитель вашего сына. Ваш Миша, он принес в школу живых рыб и запустил их в школьный бассейн. А потом они вместе с бурмистром, это его дружок, такой же хулиган, прыгнули в воду и ловили их.